Всем привет! Даже не привет, приветище! Сегодня у нас на обзоре огромная модель, поэтому начало места съемки сегодня нетрадиционное. Снимаю на полу. На столе это... Здрасте! На столе это сделать нереально. На моей памяти это самая объемная модель из существующих. Думаете, дело в масштабе? А нет. Масштаб для авиации стандартный, 72-й. И что же это за монстр? Мрия. Мрия в 72-м масштабе. И произвел этого великана украинская фирма ModelSuite. Итак, размер модели. Сначала цена. Стоимость модели около 60 тысяч рублей. А теперь размер. Длина модели составляет 1167 мм. Размах крыла 1228 мм. Количество деталей в наборе 975. И скажу про вес. Вес 2,5 килограмма. Даже вот собака моя, услышав эти цифры, очень заинтересовалась. Открою коробку и посмотрим на ее содержимое. Основные детали модели сделаны из стеклопластика. Это фюзеляж, крыло и киль. В наборе два огромных пакета с литниками, пакет с цветной инструкцией. Забегу вперед и скажу, что в наборе есть небольшая плата фотоотравления, безумное количество декалей и набор окрасочных масок. Ну а теперь за стол и более подробно. Начнем с фюзеляжа самолета, как вы поняли. Вот он перед вами. В наборе он предложен уже собранным, склеенном варианте. Запасайтесь ведром клея, бидоном краски, коробкой шпаклевки. Это все вам точно пригодится. Присутствует видимый шов склейки, который нужно будет убирать. Расшивка. Понятное дело, что оно внутреннее. Очень хорошо проработано. С расшивкой видимых сложностей не видно. А если кто не знает, что это вообще за самолет такой, то расскажу. Ан-225 МРЕ – советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации. Был выпущен в количестве одной штуки. Вообще, основная задача для постройки данного самолета была транспортировка многоразового космического челнока «Буран». Крыло модели сделано из двух половин. Материал аналогичен фюзеляжу. Кроме шва, здесь все также довольно неплохо. В Советском Союзе данный экземпляр имел бортовой номер SSSR-82060. После распада Советского Союза Ан-225 достался Украине. Он и сейчас эксплуатируется с бортовым номером UA-82060. Вот как раз и на этот бортовой номер будут представлены декали в наборе. Но об этом позже. Вторая половина крыла перед вами. Носовой обтекатель. Стабилизатор и киль.
Попытался жару посадить киль на посадочное место, но не смог. Нужно стачивать переувеличенные посадочные шпеньки. Самолет имеет 6 двигателей, но естественно такой вес поднять. Масса пустого 250 тонн, максимальная взлетная аж 640 тонн. Установлены турбореактивные двухконтурные двигатели D18T, они же установлены и на Русланах Ан-124. В наборе для сборки двигателя даны аж 18 литников, по 3 на каждый движок. После грамотной сборки и покраски, ну, они будут прекрасны. Пока вы рассматриваете остальные литники, немножко отойду в сторону от данной модели. Во вторник, 13 апреля, выходят в продажу три новых модели от фирмы «Звезда». Это подводная лодка «Щука» в 144 масштабе, двухосный «КамАЗ» и «БРДМ-2» в 35 масштабе. И во вторник же мы закрываем предзаказы на них. И пока у вас еще есть возможность получить подарки к этим моделям по 35 масштабу. Это наборы смоляных колес. По щуке. Это электрическая удочка. Шучу, конечно. Это полный набор фототравления фирмы Микродизайн. Не пропустите, ссылки будут в описании к видео. А чтобы еще больше вас порадовать, вот вам код на скидку 15% на целую неделю. Но чтобы вы слишком не обрадовались, то скажу, что на эти предзаказы скидка не распространяется. Ну, на все остальное так ради бога. Пилоны двигателей перед вами 6 литников, каждый собирается из 6 частей. Вообще модели выполнены по технологии ЛНД, литье низкого давления. И вот для литья низкого давления качество этой модели очень и очень хорошее. Самолет имеет 14 пар колес на основном шасси, то есть 4 колеса на одном литнике. Каждое колесо собирается из 5 частей. И имеет 4 передних колеса, это 2 литника. Также даны далеко не одной деталью. А вот само шасси, стойки шасси, количество деталей не поддается подсчету. Удачи, короче. Остекление кабины пилотов даны в двух вариантах. На выбор. У них разная форма.
И еще один литник с прозрачными деталями. Что можно еще предложить вам, господа? Это плата фотоотравления. Набор окрасочных масок на колеса. И на остекление модели. Как я уже и сказал в начале, в наборе огромное количество декалей. Декали на 4 варианта окраса самолета. И все на украинский флаг. Ливреи на тот известный борт СССР 82060 в наборе нет. А знаете почему нет? Потому что будет новый набор под артикулом 7207. Вот в нем как раз и будет данный борт. И еще и сам Буран будет. Так что ждите. Лист декали с технической информацией. И инструкция. Инструкция очень хорошая, цветная, приятная бумага, глянцевая. Два языка, украинский и английский. Описание прототипа, краски, которые необходимы при окраске модели. Содержимое набора. И подробнейшая сборка. Схема нанесения технических надписей. И отдельная цветная вкладка с вариантами окраса. Первый вариант это Гастомель 1992 год. Гастомель это место, где базируется ГБ Антонов, кто не знает. Второй вариант. Гастомель 2007 год. Третий вариант 2008 год. И четвертый вариант это 2018 год. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru и еще много чего интересного. Не забудьте про код на скидку, не забудьте про подарки к нашей звезде. На этом все, концерт окончен, ненадолго с вами прощаюсь. Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков. Чао!